Доброго времени суток, наши дорогие любимые зрители! Рада приветствовать вас на своем канале. Хотелось бы всех вас поблагодарить за теплые слова, за ваши пожелания, за нашу радость, которую вы с нами разделили по поводу гражданства. Искренне благодарим вас за вашу поддержку. Сумасшедший сегодня день у нас с Полиной. Впрочем, как и любой выходной день. Мы вечно находим себе какие-то препятствия, находим себе, чем себя занять. В общем, нам никогда не скучно. А сейчас предлагаю посмотреть, как мы готовили с Полиной торт. Прямая трансляция с маминой кухни. Да. Что мы сегодня делаем, Полина? Торт в честь того, что мы с братом сегодня привезли медали. Ну, брата еще нет, но я уже да. Ну, Назар у нас по пути, на подходе. Да. Вот, поэтому мы с Полиной решили приготовить вкусный-вкусный торт. Кстати, мы сейчас вам покажем, как мы его собираем. Да. И будем ждать нашего чемпиона номер два, потому что чемпионка номер один уже дома. Да, Полька? Да. Да, так что смотрите, как это было. Все готово у нас для нашего тортика. Мы испекли коржи. Будет у нас тортик с бананом, с кремом и с цветочками. Первый слой готов, приступаем ко второму. Почти финал, сейчас еще цветочки и будет все. Ну что, Полька-хозяйка, показывай, моя мастерица, моя помощница. Вот такой замечательный торт у нас получился. Такую нарядную зеленую елочку мы поставили, украшали с Полечкой вдвоем, наряжали красавицу нашу. Еще и такую елку мы наряжаем, такую маленькую, но красивую. Вот такую красоту мы с Полиной сообразили. Сейчас покажу вам поближе. Вот такой подарок рисовала Полина. Мама тут помогала ей немножко с шариками. Ну, а мама уже рисовала оленя. Такой у нас красавчик олень вышел. Вот. Такое нарядное окошко у нас получилось в преддверии праздников. Обязательно досмотрите видео до конца. Мы покажем парад эльфов, который сегодня проходил во Вроцлаве. Это такое ежегодное событие, такое яркое, такое сказочное, знаете, такое вот прям по-детски приятное такое событие. Много было детей, взрослых. Да что я буду вам рассказывать? Смотрите все сами. Thank you.
Так, что нашу Полину, как говорится в народе, понесло. Не в ту степь. Короче, мы были в кафешке с Полиной. Кстати, посмотрите, как мы были в кафешке. Мы, короче, замерзли, когда пока парад эльфов ждали, и пока мы его посмотрели, немножко подмерзли. Проголодались и решили зайти в кафешку покушать и немножко что-то попить. Ну, в общем, нам как принесли это немножко, мы чуть не офигели. Мы думали, нам придется до утра сидеть и есть, правда, да, Поля? Ну. И Полина, видать, что-то съела смешное, потому что ржет дома, как лошадь. Да, да. Решили девочки покушать и треснуть, наверное, не? Вот, так что наелись, напились, нагулялись и притарабанили домой, девчули, да? Да. Да. Попутешествовали сегодня с Полиной. Не сидится нам дома. Мы сегодня, кстати, приготовили вкусный торт. Надеюсь, что он будет вкусным для наших чемпиончиков. Ждем нашего Назара соревнований. Он приедет сегодня ночью. И, кстати, я обязательно сниму вам видео, как он поучаствовал на мещёствах польских. Открою небольшую тайну. У нас есть золото и не одно. Наша Полина тоже была на соревнованиях, тоже отличилась. И поэтому в следующем видео я обязательно вам расскажу. Не пропустите. Подписывайтесь на наш канал. И ставьте лайки. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Не пропускайте новые видео. Еще увидимся. Не прощаюсь с вами.